Григорий Кириллович, мне сегодня очень приятно вручить вам приветственный адрес от губернатора Васильевича Голубева. Слова благодарности от администрации района. И передать вам самые-самые искренние слова признательности, великой гордости от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В слове «победа» так много, много гордости, много мужества, много слез, много счастья, ликования, много и тяжести, и горести, и скорби. Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть. Сегодня с нами вас поздравить и поблагодарить пришел наш депутат законодательного собрания Всеволодович. Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Спасибо вам огромное за то, что вы на своих плечах вынесли все тяготы той страшной войны. И хочу вручить вам небольшие подарки, витаминов чуть-чуть и цветы. Спасибо, что вы пришли поздравить меня, пожелать мне доброго, здоровья, счастья, благополучия. Вот. Пожелать также, чтобы наша жизнь шла вперед. Однозначно. Наша родина Миусская процветала, хлеба богатели, вот. Люди жили зажиточнее и культурной, и материальной. И от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от губернатора нашего Ростовской области Голубева Василия Юрьевича, от себя лично сказать вам огромные слова благодарности за жизнь, за мир, за деток, которые вы нам позволили сегодня родить. Спасибо вам огромное. Владимир Васильевич, и я вам привезла подарки. К сожалению, вас так осталось мало. Но мы так гордимся вами, потому что вы наш подвиг, вы наши герои, вы живой пример, как надо жить, как надо любить свою родину и как надо быть едиными перед врагом. Владимир Васильевич, это я вам передаю от Василия Юрьевича и от Владимира Владимировича. Благодарственные адреса. Это вам небольшая вот такая. Владимир Васильевич, от всех наших членов партии «Единая Россия» мы искренне поздравляем вас с праздником Великой Победы. Мы благодарим вас за ваши поступки, за то, что вы подарили нам мирное небо, что у нас есть вот такие прекрасные, замечательные дети, которые под теплым солнышком могут петь сегодня, исполнять для вас стихи и песни. И мы как бы желаем вам искренне крепкого здоровья, благополучия. Радуйте нас. Хорошо, что вы у нас есть. И мы с радостью к вам приходим всегда и поздравляем с праздником. С Днем Победы, во-первых. Нет, с Днем Победы. Спасибо. А это вот подарочек вам такой небольшой от нашего парня. Коля потом вам все прочитает, все расскажет. Да, Владимир Васильевич, еще не закончила. Это вам цветы. Сегодня приехали ребята наши военные, которые находятся на передовой. И они тоже вам привезли маленькие подарки и конвертик. Донецкая область. Да. И сухпаёк. И сухпаёк. Со словами военный такой. Благодарности, признательности военный, да? И скорейшей победы. Ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли, этот день победы.